Вот они, муки творчества. Вот у меня дубовый лист такой, 15 миллиметров толщина. Вот из него сделан листок. Уже друзья просят, еще надо. Пошел, кленовый лист поднял. Буду сейчас вписывать, кроить. Кроить этот немножко выгнутый дубовый, дубовую дощечку. Ну, как раз для листа, но и надо, чтобы немножко выгнуто было. Потом дно отравняю, вот как здесь, чтобы оно было листом. И раскрою. Тут сучок, здесь трещина. Здесь трещины, это на лопатки пойдут кусочек. Попробуем раскроить. Я решил усложнить задачу. На одном листе два, на одной доске два листика и орех. Хочу попробовать, он у меня вызывает сомнения, поскольку могут быть трещины. Кусочек ореха нашел. Просто будет блюдо для подачи. Ну, такая маленькая разделочная досточка. Посмотрим, что получится. За работу сейчас буду выбирать сразу три блюдца.